Я приветствую всех восьмиклассников на уроке географии. Ребята, мы продолжаем изучать тему населения. Откройте учебники, параграф 36, атласы, страница 38-39 и свои рабочие тетради. Тема сегодняшнего урока – народы, языки, религии. Запишите, пожалуйста. На этом слайде я предлагаю вам ответить на вопросы по изученному материалу. На прошлых уроках мы с вами говорили о численности населения и о соотношении мужчин и женщин в России. Будьте добры, постарайтесь самостоятельно ответить на вопросы, представленные на слайде. Чем же мы будем заниматься сегодня на уроке? Мы ответим, сколько народов проживает в России, люди каких человеческих рас проживают у нас в стране. Мы назовем народы с численностью более 1 миллиона человек. Мы узнаем, что означает понятие депортация и реэмиграция. Познакомимся с языковыми семьями на территории России и религиями. Россия – многонациональное государство. У нас проживает 190 народов. Каждый народ уникален. Он имеет свои обычаи, традиции, культуру, уклад жизни. Народы, постоянно проживающие на территории страны, называются коренными. В России 7 крупнейших народов с числом жителей более 1 миллиона человек. Это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне. Больше всего в России русских. Их 111 миллионов. 81%. Задание. Страница 184-185. Будьте добры, прочтите текст и выпишите, что означает два новых понятия. Депортация и реэмиграция. Народы России относятся к двум человеческим расам. Большая часть людей в России – европеоиды. У них светлый цвет кожи, они белолицы, у них прямые волосы русого цвета. Таких людей в России много. Я представила два примера. Это карелы, живущие в европейской части нашей страны, на севере, и народы дагестанцы, которые живут на Кавказе. Народы монголоидной расы несколько выглядят иначе. У них смуглый цвет кожи и узкий разрез глаз. Все народы отличаются многими особенностями, но главное их отличие – это язык, на котором они разговаривают. По сходству языков народы России объединяются в языковые семьи. Их у нас 6. Самой многочисленной языковой семьей является индоевропейская. Далее алтайская семья, кавказская, уральская и самые малочисленные – это чукотско-камчатская и эскимоско-алеутская. В учебнике это рисунок 93, страница 186-187. Рассмотрите, пожалуйста, данную карту. Каждая языковая семья делится на языковые группы. Это и есть этнический состав населения. На данном слайде я представила вам информацию о том, где в основном проживают представители всех языковых семей на территории нашей страны. Народы России. Их этнический состав. Познакомимся с понятием «этнос». Это греческое слово. Группа людей, объединенных общими признаками, единством территории, общностью языка, сознанием единства и отличие от других социальных групп. На территории нашей страны есть нации или народы, которые принято называть титульными. Это часть населения государства, национальность которой определяет официальное название субъекта. Мы их знаем. Ну, например, народ карелы, которые проживают на западе нашей страны, сформировали республику Карелию. Народы, которые проживают на Урале, башкиры, сформировали республику Башкортостан.
Посмотрите, в этой табличке я привела вам примеры, где в субъектах Российской Федерации больше коренного населения, где субъекты примерно с равным количеством коренного и русского населения, и где больше все-таки преобладает русское население. Так вот, коренное население преобладает в Дагестане, Чеченской Республике, Ингушетии, Чувашии. Примерно половина коренного и русского населения в Татарстане, в Калмыкии, в Республике Марий-Эл. Ну а такие субъекты, как Российской Федерации, как Карелия, Хакасия, Адыгея, Коми, Бурятия, здесь, в принципе, преобладает русское население. Народы России. Мы определили, что у нас их более 190. Основная масса населения, 95%, считает родным язык своей национальности. Но при существующем в России многообразии языков необходим единый государственный язык, язык межнационального общения. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на всей ее территории государственным языком является русский. Это самый распространенный на территории страны язык. Им свободно владеет 98% жителей. Помимо русских, русский язык считают родным 90% евреев, 75% поляков, 70% белорусов и почти что половина украинцев, проживающих в России. Русский язык – один из 6 рабочих языков Организации Объединенных Наций, а по числу говорящих на нем он входит в число 10 крупнейших языков мира. Народы России и их религии. Религия, ребята, это одна из форм общественного сознания, совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа, то есть богов и духов, которые являются предметом поклонения. У каждой религии есть свой храм, куда верующие посещают храм и совершают религиозные обряды. Я показываю вам карту, которая называется «Религии народов мира», и знакомлю с основными религиями на территории нашей страны. Ведущей религией в России является христианство, а именно ее направление – православие. Территории, которые показаны розовым цветом, народы этих территорий исповедуют православие, то есть христианскую религию. Зеленым цветом на карте показаны те субъекты Российской Федерации, народы которых исповедуют ислам. В России ислам имеет направление мусульманство. Мусульмане в России в основном сунниты. И третья мировая религия – это буддизм. На карте субъекты Российской Федерации, народы которых исповедуют буддизм, показаны желтым цветом. Кроме основных мировых религий, на территории нашей страны есть местные традиционные верования, такие, например, как шаманизм. Исповедуют данную религию народы ненцы, ханты, народы, например, чукчи и другие малые народы севера. Я сегодня представила весь материал, который готовила к уроку. А сейчас, ребята, я объясняю домашнее задание. Всем к следующему уроку повторить параграф 36, запомнить, а лучше выучить суть новых понятий, знать статистические данные по теме. На странице 189 есть вопросы и задания. А на второе и пятое задание вы отвечаете письменно в тетради. Ребята, чьи фамилии указаны на слайде, вам необходимо к следующему уроку выполнить в рабочей тетради, заполнить вот эту таблицу и выложить 14 апреля, то есть на следующий день, в сетевой город выполненное готовое задание в рабочей тетради. Вверху таблицы напишите свою фамилию, имя, класс. Таблица состоит из трех колонок. Здесь у нас религии, здесь народ,
Здесь место его проживания, то есть субъект Российской Федерации. Внимательно познакомьтесь с материалом учебника, воспользуйтесь атласом географическим и заполните таблицу. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.